13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и приветствую гостя нашей студии Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ». Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Так, я напоминаю, что вопросы нашему гостю буду задавать не только я, их можете задавать и вы на нашем сайте через форму анонсов, и мы их ждем, пожалуйста, либо посредством СМС 8-909-720-101-0. Ну, а пока мы приступаем к нашей программе, да, и к нашим вопросам, я бы хотела такой мостик перекинуть от предыдущего нашего часа, последней темой во втором часе разворота. Был День Конституции. Сегодня в очередной раз мы отмечаем этот государственный праздник. У нас к этой теме был приурочен на нашем сайте и на нашей страничке ВКонтакте опрос «Мои конституционные права когда-либо нарушались, не нарушались, не знаю». И я вам, Азиз Алиевич, как юристу должна сказать, результаты печальные, потому что 70 с лишним процентов проголосовавших на страничке ВКонтакте говорят, что их конституционные права нарушались, и еще почти 20% говорят, что не знаю, нарушались или нет. То есть эти люди просто, возможно, не читали Конституцию, а освежить перед тем, как отвечать на вопрос, ну, может быть, времени не было. Не знаю, мы вот до вас там, да, спрашивали Яна Чеботарева. Ян Чеботарев тоже как-то грустно реагировал, вздыхал и говорил, что да, безусловно, эта история, она подтверждается, да, то, что говорят наши слушатели, нарушаются конституционные права. А мои коллеги Владимир Сметанин и Николай Голиков зачитывали просто вот статьи Конституции, в частности, вторую главу «Права и свободы гражданина». Да? Вот. Мы там любой пункт возьмем, очень, да, вот читаешь и думаешь, блин, а ведь это правда закон основной. Вот ощущение такое, что как-то и нет у нас и Конституции. Ну, Конституция-то есть, документ есть. Не знаю. Ну, они, конечно, там права граждан постоянно нарушаются. Потому что, да, действительно, во многих сферах. То есть, когда мы говорим там о бесплатном образовании, там, когда говорим о бесплатной медицине, когда мы говорим просто об избирательных правах, например, там, муниципальный фильтр на выборах губернатора, это... С моей точки зрения, это нарушение Конституции. Несмотря на то, что, значит, было решение Конституционного суда, я с ним в корне не согласен. Потому что муниципальный фильтр – это нарушение Конституции. Это когда какая-то, значит, небольшая группа людей, там, пусть это муниципальные депутаты, там, могут ограничивать, значит, мои права по выдвижению, там, ну, права любого человека по выдвижению, там, кандидатом, там, на пост губернатора. Очень часто Конституция нарушается в налоговых законах. Это, пожалуйста, то есть, когда мы знаем, что любые там налоги должны опираться на экономическую деятельность там, гражданин, а у нас есть масса налогов, которые на экономическую деятельность как таковой там не опираются. То есть просто можно повышать бесконечно там те или иные налоги, там, налог на имущество, налог на транспорт, брать с одного объекта несколько налогов, что вообще тоже как бы противоречит Конституции. Этот же транспорт, когда с него там три налога берут одновременно, там, несмотря на то, что... Это мы сейчас про транспортный налог, акцизы на бензин. Да, говорим, да, да, там Платон, там, несмотря на то, что есть спикеры, которые там говорят, что вот это нам на пользу, там, и так далее, и так далее. Нельзя одну пользу строить на вреде, там, на другом, условно говоря. У нас государство имеет достаточно большие доходы, и этих доходов государству не хватает все время. Так не должно быть, то есть, потому что получается, что несмотря на то, что в Конституции написано, что фактически там, ну, извините, что точную формулировку не скажу, но фактически власть как бы народ непосредственно осуществляет. Народ – источник власти. Народ – источник власти. На самом деле у нас не народ – источник власти, у нас народ практически никакой не источник власти. Сегодня источник власти – бюрократический аппарат, который управляет все хуже и хуже, потому что этот бюрократический аппарат не... У этого бюрократического аппарата нет заказчика. То есть, если народ – источник власти, народ – заказчик этого аппарата. Но они не считают заказчиком. Они так не считают. Да. То есть, раз так не считают, значит, заказчик... Они почему так не считают? Потому что у заказчика нет никаких рычагов контроля.
за этим аппаратом. И поэтому уволить они, невозможно. Да, поэтому они справедливо, да, пожалуйста, вы можете отозвать любого, хоть одного депутата, там, отозвать с его поста за то, что он там не выполняет там ваши там наказы. Не можете. То есть у нас Конституция нарушается сплошь и рядом. Поэтому что за праздник 12 декабря? Отменить? День попранной Конституции. Ну вот, с моей точки зрения, грустный день. А нет никаких рычагов как-то вот, не знаю, там, воспрять, встать, протестовать и прочее. Ну, или предпринимаются такие попытки время от времени? Кто-то протестует, иногда хватает, так сказать, смелости у судей поддержать, значит, конституционные права. Вот, ну, я думаю, что вот ситуация в прошлом году, когда предпринимателям, которых Вавилов возглавил, так сказать, в их походе против пенсионного фонда, удалось отстоять свое конституционное право уплачивать только законные налоги, а в данном случае законные взносы страховые, которые опираются на результаты их экономической деятельности. И я хочу сказать, что да, удается. Добились. Добились. Просто констатируя факт попирания там конституционных прав граждан, я могу посоветовать только одно. Нужно защищать эти права. То есть всеми доступными законными способами. То есть обращаться. Обидели, жалуйтесь. Обязательно жаловаться. И в этом смысле, я думаю, что юристам можно было бы там именно такие вот права, когда там защищаются, вот работать в этом направлении просто на благо страны, как бы не, потому что не всегда бывают у людей деньги на то, чтобы те, кто защищают конституционные права, обычно их бы хорошо бы поддержать бесплатно, чтобы в конечном итоге поддержка этих прав и установление главенства Конституции пойдет на благо каждому, в том числе и этому юристу, который будет защищать права этого гражданина. Ну, может быть, потом с каким-то клиентом столкнется, да, тоже с бесправием, да, и может апеллировать. Да, да. Потому что, видите, вот решение. То, что сделал, так сказать, уполномоченный наш, значит, по Кировской области Вавилов, возглавив это дело, когда по всем областям России все уже как бы сложили ручки и там и головы склонили, оно привело к тому, что достаточное количество, миллионы как бы предпринимателей вздохнули облегченно. Мы сейчас про Андрея Вавилова поговорим, наверное, после небольшого перерыва сделаем паузу, буквально на минуту, и вернемся в студию. Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, в гостях у нас Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ». До перерыва заговорили мы с вами про ситуацию в сфере соблюдения прав, конституционных прав человека. Вы вспомнили Андрея Вавилова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области до недавнего времени. Да? Область, я напомню, у нас на протяжении месяца, по-моему, да, может даже и больше. Нет, уже больше. Уже больше. Уже больше. Живет без защитника прав предпринимателей в конце года, когда, в общем-то, у предпринимателей, наверное, много вопросов, да, возникает. Не с кем посоветоваться, получается, да. Ну, посоветоваться, дважды, наверное, есть с кем, да. Объявлен был пожаловаться не на кого. Вот, и до сих пор решение, некому, да. До сих пор решение не принято. На прошлой неделе глава региона Игорь Васильев встречался с журналистами, вопрос по уполномоченному ему задавали. Вот, и было журналистам сказано, что вот те программы, которые представляли кандидаты, а их было, по-моему, 5 человек, да, вот к итоговому уже голосованию, они были. Ну, не то чтобы дежурными, глаза не горели, сказал Васильев. Надо вот такого, чтобы горели глаза. Вы что думаете по поводу всей этой ситуации? Лучше бы он не говорил эти слова. Про горящие глаза. Про горящие глаза. Потому что в Ганино достаточно людей с горящими глазами. Нет, ну подождите, ну вот, ну, нет, ну там он же не имел в виду ничего плохого, что ли. Вопрос заключается в том, что губернатор не должен искать уполномоченного с горящими глазами. Он должен поставить задачу и потом выслушать людей, которые готовы эту задачу выполнить, и посмотреть, какие ресурсы им под эту задачу нужны. Значит, а в данном случае демонстрируется бюрократический подход. То есть я не скажу, по каким критериям буду оценивать кандидатов. Я скажу некоторое абстрактное слово про то, что должна быть программа.
и люди напишут эту программу. А когда я буду оценивать, так как нет никаких критерий, я придумаю систему критерий, или даже не систему, а один какой-нибудь, например, горящие глаза. И скажу, что вот когда декламировал он эту программу, у него уши не краснели, например. Почему только глаза-то? Там вдруг у всех будут гореть глаза, а уши не будут краснеть. Понимаете, какой подход-то демонстрируется? Задача-то какая? Задача защиты прав предпринимателей. Что значит задача защиты? Защитой прав предпринимателей, значит... Должен суд заниматься? Вавилов прекрасно справлялся. Так. В чем проблема-то? Ну, может, их лучше надо защищать. Мы же не знаем, что там будет в следующем году. Я ведь об этом вам и говорю. Кто ставит-то задачу? Я ведь об этом говорю. Задача не поставлена. Что значит лучше? Вот вам кажется, что лучше, потому что вы в бизнесе не вращаетесь. Не вращаюсь. А бизнесменам, которые сидели в этом кабинете и выступали, они все практически в один голос, значит, сказали, что Вавилов прекрасно справляется, значит, с этой должностью. Компетентное управление ставит задачу и оценивает по четко определенным критериям. Бюрократ, чиновник, он оценивает, нравится, не нравится. Вот уши покраснели, нравится. Вот поговорил, щеки покраснели у девушки, понравилось там. Понимаете, вот значит, костюмчик не так сидел там. Вот оделся не так. Вот надо было так одеться, а не так одеться. Понимаете? Ставим задачу, даем четкие критерии и оцениваем. Какая задача должна быть, на ваш взгляд? Ну вот программа, вы сказали. Задача? Программа. Да. Это не я сказал. Хорошо, это Васильев сказал. Да. Значит, программа пишется под задачи. Если нет задач, какая программа? Ну давайте я напишу программу. Программу участия всех празднований Нового года, всех предпринимателей. И расскажу о нем, значит, там, 23-го. Вы что скажете на это? Я скажу, это один из способов поднятия настроения предпринимателей, так, который приведет к повышению производительности труда. А если повышите производительность труда, предприниматели больше заработают. А больше заработают. Культура, Азиз Алиевич. А вы меня послушайте, сейчас не культура. Так. Больше заработают, больше налогов в бюджет заплатят. Чем не программа? Хорошая программа. Все. А защита прав где? А зачем защита прав-то, если налогов достаточно поступит? Ведь программа нужна была, а не защита прав. Если защита прав, то все делается. Но если нас не устраивает тот уровень защиты, который сегодня есть, а сложно мне представить более высокий уровень защиты при таких куцых правах, которые дает этот закон. Там уполномоченный должен обладать доверием не столько губернатора или его первого заместителя, который сегодня ведет какие-то подковерные игры и вытаскивает из рукава там каких-то там крапленые какие-то карты. Там. Вот очередное увидите там крапленую карту, когда он вытащит. Уже так, есть очередная крапленая карта. Подождите, кандидатуру вы имеете в виду? Конечно, то конечно. Мы скоро имя кандидата услышим, еще одного на этот пост. Да, скоро еще одного, возможно, услышите, если, так сказать, первый зам решится его он назвать. Он был в списке или не было? Не было его в списке, так. Не было. Вот нашли только бы вот почему-то первому заместителю губернатора, вот Вавилов не нравится, край. Вот это и есть бюрократический подход, понимаете? Это и есть чиновничий подход. Когда я сужу и оцениваю кандидата, и человека по принципу нравится, не нравится. Вот он меня тут критикнул. Или он тут со мной там плохо поздоровался, не крепко руку пожал там, при этом уши у него не покраснели. Я еще раз говорю, в Ганино полно людей с горящими глазами. Тащите сюда в кандидаты. Не надо. Они с удовольствием, поработают. Не надо. Поверьте, они будут это лучшими защитниками. Человек. Какой? Кто здравый. Это сказал? Кто это? Вы здравый. Выбираете? Вы выбираете? Ну, вообще, по идее, мне казалось вы всегда, выбираете. Что защитник прав предпринимателей должен выбираться в том числе консолидированным мнением представителей разных предпринимательских сообществ. А смотрите, что делает эта бюрократическая власть. Посмотрите, выдвигают общественные организации. Вот они выдвигают того, кого они хотят. Вот сейчас, на второе там. Я не знаю. Нет, они не выдвигают, они сидят и ждут. Потому что они один раз повыдвигали, поподдерживали. Им сказали, ну,
Что-то не того вы предлагаете. Да, и более того, ну-ка напишите-ка, давайте, чтобы мы еще один конкурс провели, который, ну вот по оценке некоторых юристов, вообще незаконный. Ну да, говорят, что не совсем соответствует закону вообще процедура объявления повторного. Сама процедура не соответствует закону. Да. Да, вот, пожалуйста, а сейчас что делают общественные организации? При том, что я член этих общественных организаций, они не собираются проводить какие-то заседания своих органов для того, чтобы выдвинуть кого-то. А подождите, не поступило сверху указания. Как же тогда будет? То есть будут те же самые кандидаты или их не будет вообще? А вот сейчас их будут выдвигать другие. Там же есть другие субъекты еще, кто может выдвигать, так, кроме общественных организаций. Депутаты, например. Понимаете? Вот, видимо, другие субъекты сейчас будут выдвигать. Общественные организации бизнеса, видимо, не заинтересованы в хорошей защите. Не заинтересованы в хорошей защите. Похоже, что вот так. Подождите, ну а как так-то? А все, что было сделано, вот это вот все, у нас, оно как? Помните, я как-то вам говорил, что у нас в России есть все институты демократического общества. Только не работают. У нас есть видимость демократического общества. Не работают институты. Потому что принципиально ставить вопрос сегодня для многих опасно. Ставишь принципиально, тебя могут занести в черный список. Список неугодных. Тебя перестанут куда-то приглашать. Могут начаться гонения. Вот какая ситуация. Вот складывается какая ситуация. Печально. Ну, так я ощущаю эту ситуацию. Так я ее вижу, так фактически я так вижу эту ситуацию сегодня. Скажите, пожалуйста, Азиз Алиевич, насколько велики шансы, что мы Андрея Николаевича Вавилова увидим в числе кандидатов на пост? Насколько велики, по вашей оценке, шансы, что он все-таки станет уполномоченным? Я не знаю, это решение ведь Андрея Вавилова. Андрей Вавилов, если он, ну, я бы очень хотел, чтобы он снова выдвинулся, и мы тогда услышим очередную претензию, посмотрим, какая будет там очередная неделовая. Ну, может, не будет претензии. Еще, подождите. Может, и не будет. Почему? Потому что вы же мою позицию помните, меня раньше спрашивали, что за должность, никчемная так-то должность, но нету каких-то прав-то особых. Рычагов нет. Рычагов каких-то там нету. Чтобы защищать на этой должности предпринимателя, к тебе должно быть доверие со стороны правоохранительных контролирующих органов, чтобы они верили тебе на слово, а ты должен достаточно проработать вопрос, и это требует большого труда, достаточно проработать вопрос, чтобы уже идя в защиту какого-либо предпринимателя, зная, что ты защищаешь вообще-то нормального предпринимателя. А у нас предприниматели, еще раз говорю, они не ангелы, у них есть как бы определенные допуски. Эти люди лучшие люди России. И они нацелены на достижение результата. Порой на грани фола. В отличие от чиновников, эти люди зарабатывают деньги. И нацелены на достижение результата. Чиновники не нацелены. Чиновники нацелены все на выживание. Вот я занял пост, я тут посижу. О, только бы что-нибудь бы не случилось. Неважно так. Лучше бы отказать, чтобы меня не обвинили там. Не поддержать там, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот какая ситуация. Поэтому в этой ситуации понятно, что противовесом могло бы стать гражданское общество. Общественные организации могли бы стать противовесом. Но не хотят. Но не хотят, потому что вот такая атмосфера сложилась. Поэтому это вопрос Конституции. У нас нет сегодня рычагов у нормального, обычного гражданина для защиты своих конституционных прав, особенно тогда, когда у него нет поддержки со стороны квалифицированных юристов. Общество создает такие процедуры, когда простой гражданин пробиться не может. Общество создает или бюрократия? Бюрократия создает, извините, пожалуйста. Когда гражданин не может как бы защитить свои права. И выборы омбудсмена тому яркий пример. Ну, то есть вы даже малейшего шанса не оставляете на то, что эта ситуация благополучно может разрешиться. Ну, благополучно для, вы для что имеете в виду? Вот смотрите, для бюрократа благополучно это, нет, что кого-то изберут. Подождите, Азиз Алиевич, для кировских предпринимателей. Для предпринимателей, вот с моей точки зрения, благополучно, если благополучно Вавилов останется на следующий срок. Ну, мы сейчас не лоббируем тогда интересы Андрея Николаевича, хотя я вас понимаю. Почему мы не можем лоббировать
сформировать эффективного омбудсмена? Можем. Почему? Вот, вот что за, как бы, там, что мы глаза опустили, как там маленькая девочка. Нет, мы не лоббируем. Лоббируем. Лично я лоббирую. Хорошо. Не потому, что Андрей Николаевич, он никогда мне другом не был. Можно. Он никогда не был мне другом. Я не лоббирую, просто я вижу, что он достаточно эффективный, причем на уровне России эффективный омбудсмен. А это значит, что кировским предпринимателям повезло. Не правительству области, у них даже программы сегодня нету развития социально-экономического развития Кировской области. Поэтому они... Подождите, могут... напишут еще. Слушайте, напишут. Напишут. Но для того, чтобы написать, а не называть, что у меня будут такие-то проекты, нужно, чтобы были поставлены целевые ориентиры. Вот когда я встречаюсь где-то в общественных организациях с представителями там, власти областной, они говорят, давайте ваши предложения. Или выступает у нас, значит, Ковалева, например, и говорит, я вот готова открыто к вашим предложениям. Слушайте, чтобы были предложения, надо понять цели. Вы поставьте цели. И озвучите. И озвучите. А мы потом будем с вами методы, проекты, способы достижения целей обсуждать. Если вы не знаете, какие цели поставить, давайте тогда начнем сначала. Давайте скажем, не давайте ваши предложения, там, стратегию там, и так далее. А давайте определимся с целями развития, социально-экономического развития области и города. Чего хотим добиться? Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ», у нас в особом мнении. Мы прервемся на 2 минуты и вернемся в студию. Это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ». Я вам напоминаю, ну вот уполномоченный по защите прав предпринимателей до сих пор не выбран в Кировской области. Азиз Алиевич предполагает, что будут еще кандидаты, те, которых мы пока, может быть, не знаем, не помним. Да? Какие-то новые люди будут объявлены, заявлены, и, возможно, что-то как-то сдвинется с мертвой точки, но при этом вы полагаете, что предыдущий уполномоченный справлялся со своими обязанностями хорошо. Андрей Вавилов. Достаточно хорошо, я бы сказал. Да, чтобы можно было пролонгировать. Да, знаете, почему достаточно хорошо? Угу. Потому что он отделял зерна от плевела. То есть он не защищал предпринимателей, которые неправы. Недобропорядочные, да, которые, да? Да, которые неправы. Вот, вот почему. То есть я на самом деле внимательно смотрел за его деятельностью. Мне было интересно. Действовал по справедливости. Абсолютно. Хорошо. Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить, очень, очень важная, вы про нее тоже сказали, да, это программа социально-экономического развития Кировской области, там, да, и вообще понимание того, куда регион будет двигаться в ближайшие годы. На прошлой неделе, опять же, на встрече с журналистами, Игорь Васильев сообщил о том, что в области будут разработаны не менее 5 приоритетных программ развития. Ну, кто помнит, россияне, до начала 2000-х годов, национальные приоритетные проекты, медицина, там еще что-то было, по-моему, да? Вот, у нас их будет не менее 5, ну, названо пока, по крайней мере, 5. Это агропромышленный комплекс, программа «Миллион тонн молока», биотехнологии, лесной комплекс, здравоохранение, это медицинский, туризм так называемый, да, и бережливые поликлиники, и опорные школы, это проект в области образования. Вот вам кажется, эти 5 проектов, они могут стать какой-то основой программы развития Кировской области или нет? Ну, основой развития области, я не знаю, они могут стать или нет. Ну вот Игорь Васильев говорит, что в частности, там, например, программа «Миллион тонн молока» – это программа не только про сельское хозяйство. Эта программа будет такой, ну, мультипликативный эффект носить. То есть на нее будут настраиваться какие-то другие отрасли и сферы. Там строительство, да, потому что надо возводить какие-то новые фермы. Вот смотрите, телегу можно всегда впереди лошади поставить. Вот я просто не видел когда-то, что лошадь, как бы стоя за телегой, я не видел, может... Не знаю, может, Васильев видел. А я видела, как катер баржу толкает. Ну, вот катер баржу я тоже видел. Может быть, он как бы такой пример как бы хочет. А я-то про другое. Я про то, что давайте определимся с целями. А цели – это что? Это повышение благосостояния? Или это увеличение поступления в бюджет? Или это... А одновременно нельзя? Да можно. Но давайте об этом как бы это определим. И самое главное, что это определим в цифрах. Потому что, когда мы говорим в общем, это тоже прием чиновника, бюрократа. Это когда мы в общем говорим, говорим вот, 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 а конкретных цифр нету, то потом от
отвечать-то не нужно будет. Ну, потому что непонятно, к чему шли, ну, вот пришли к чему. Ну, вот, да, ну, вот ведь тут есть вот бережливая поликлиника, например, ведь есть у нас бережливая поликлиника? Есть. А какие количественные-то показатели? Какие качественные показатели, которые можно оценить в цифрах? Ну, подождите, как можно оценить в цифрах качественные показатели, например, по опорным школам? То есть дети станут получать больше знаний, может быть, эти знания могут быть более полными, да, чем то, что они получали до этого. Ну, а вы уже придумываете, да? У лучших педагогов. Молодец, молодец. Дети могут? Могут. Могут. Значит, мы можем определить качественные показатели в цифрах? Но в цифрах вот я сомневаюсь, что это ну, можно почему? Отразить. А как? Ну как? Вот столько-то процентов детей стали хорошо, больше тогда, знать? Хорошо, тогда, извините, зачем об этом говорить? Если мы не можем оценить, а мы не можем оценить, то что же это за достижение? Значит, мы будем доверять кому-то, какому-то одному человеку. Или это зам по социальным вопросам, или это министр образования, да, который придет нам и скажет, ну, у нас улучшилось качество образования. Владимир Ильич, ну а как можно оценить? Вот смотрите, можно. Родители, подождите, по опорным школам, например, вот для меня, например, это важно, потому что такая немножко личная тоже история. По опорным школам говорят, почему важно? Потому что дети, которые учатся и живут в сельской местности, да, условно, они получают возможность чувствовать себя на одном уровне с городскими детьми, потому что они получают никто... образование такого же качества. Но это ведь очень такая тонкая материя. Это никто не оценивал. Образование такого же качества на расстоянии? По интернету? Нет. Почему по интернету? Они будут приезжать к ним, будет проект они мобильный будут приезжать, учитель. Да. Они будут приезжать за 5, за 7, за 10, за 15, за 20. Я вот знаю, там кое-где и за 28 километров там люди едут. И вы считаете, что они будут на таком же, если он проедет там 20 километров, доедет до школы, и он будет на таком же уровне там, получать, способен будет получать как бы, образование. Ну, Азиз Алиевич, надо же смотреть вот, ну, как бы на то, что происходит у нас сейчас. Хорошо, ну, даже невозможно если, в каждую сельскую школу если, по выдающемуся педагогу. Отлично, даже если он может получать. Мы можем оценить это? Не знаю, только и оценки. Какие оценки? Результаты. Результаты. Результаты деятельности. А результаты деятельности. Да, результаты деятельности, причем не педагога. Талантливого, а результаты деятельности учеников. Ну, только отметки какие-то. Почему отметки? А участие во всяких там мероприятиях, олимпиады? Там, оценках, олимпиадах, вот там дети то в одном участвуют, то в другом, там, причем на международном уровне. Олимпиады, всякие всемирные соревнования, там, по знанию там, слова, там, ну и так далее, и так далее. Там много всяких показателей. Вот, пожалуйста. То есть вот эти показатели надо ставить в качестве целевых в программу. Да, и давайте посмотрим, достигнем, причем в качестве целевых программ по каждой, так сказать, опорной школе. И хорошо. Или еще какие-то. Всегда можно качество оценить. Этого не хочет чиновник. Потому что ему проще словами нам сказать, что улучшилось. Потому что за это отвечать не надо. Когда не посчитано, насколько... Не посчитано. За это отвечать не надо. А когда посчитано, каждый раз должен объясниться. Слушай, ну я хотел вообще-то на пятерку, чтобы у всех было, а теперь у всех там, или там на 4,5, а теперь у всех на 3. То есть недостаточно будет сказать, вот опорная школа, ведь мы хорошо делаем, что там талантливый педагог может теперь преподавать там каждому. Я, может быть, в данном случае демонстрирую предпринимательский подход. Я ведь предприниматель. Я еще и специалист по управлению, угу. Да, сфера моих интересов. Научных в том числе. Но вы знаете другой подход? Оценки результатов нет. Подход, он, предпринимательский подход, он опирается на конкретные результаты. Чиновничий подход размывает эти результаты, чтобы не отвечать. Предприниматель всегда берет на себя ответственность. Чиновник всегда уходит от ответственности. Это разница. Да. Вот почему я говорю о конкретных показателях. Ну, проекты ведь хорошие, опорные школы. Смотрите, мы опорные школы, ладно, бог с ним. Опорная школа, значит, медицина. Бережливая поликлиника. Бережливая поликлиника. Туризм. И так далее. Это все затраты на сегодняшний день. Ну, говорят, что не из бюджета. Пока говорят, затраты что, на говорят, что учреждения выделили ну, в своих бюджетах. Учреждения это уже затраты. Деньги. Бережливые поликлиники это уже затраты. Я хочу, чтобы цели ставились, в том числе экономические. Чтобы было высчитано, сколько чтобы мы получим. Было, чтобы, конечно, мы развиваться-то будем на основе чего. Если мы не заработаем денег,
то мы ничего не сможем в социальной сфере реализовать. Ну вот по медицинским, например, центрам, да, и развитию медицинского туризма вчера совершенно было сообщение официальное от правительства области. По предварительным оценкам, общий экономический эффект для Кировской области от развития медицинского туризма в следующем году составит порядка 1 000 000 000 рублей. Поверили? Нет, но я просто не знаю, каким образом мы будем это замерять. Я хочу видеть расчеты. Пусть на публику выставят расчеты. Я хочу видеть расчеты Курдюмова. Этого большого и смелого медицинского управленца. Так. Пожалуйста, сделайте публичным. Это же область, это управление областью, это не его личное хозяйство, не коммерческая тайна. Сделайте публичным, чтобы мы могли оценить. Сделайте публичным эти данные, установите сроки и конкретные показатели достижения успехов в медицинском туризме по годам. И чтобы мы видели, за что конкретно в этой сфере будет отвечать Курдюмов. За общую организацию, я так думаю. Подождите, он объявляет, это его идея, он объявляет, он отвечает за реализацию этой программы. И я хочу знать, что если эта программа не будет реализована в том объеме, в котором сегодня объявлена... С кого спрашивать? Не с кого спрашивать, уйдет Курдюмов по-мужски или нет. Ох, как вы прям резко. Подождите, они только-только начинают, дайте людям время. Они начинают очень кулуарно. Это их между собойчик, который они нам потом показывают в качестве каких-то уже достижений. Никаких достижений-то еще нет. Нам тоже это не нравится. Мы тоже за открытость и за то, чтобы объясняли все пошагово просто, да, и людям объясняли. Потому что, например, в моей поликлинике сейчас идет ремонт. И это большие неудобства, я вам скажу, потому что приходится верхнюю одежду с собой носить, ходить по побелке и дышать краской. Видите? Вот. Но все для будущего. Я верю, что это да. Зато когда все будет, счастливы, да. То всегда все будет, вы сможете очень удобно прийти и очень удобно записаться на прием к врачу через месяц, полтора и два. К нужному врачу-специалисту. Подлечиться, чтобы... Не важно, что за это время ваша болезнь может перейти в хроническую стадию, или вы можете потерять какой-нибудь орган. Ну, Азиз Алиевич, вот мы люди взрослые, мы понимаем прекрасно, что если ситуация критическая, ждать 3 недели смысла нет. Надо как-то... Значит, вы идете куда? Я иду в платную больницу, пора, конечно. Как большинство. И это, видимо, будет тоже заслуга. Вот о чем я вам и говорю. Вот о чем я вам и говорю, что все должно оцениваться количественно. Потому что... Платно – это должен быть выбор, а не вынужденная мера. А у нас сегодня это вынужденная мера, когда человек уже понимает, что если он не пойдет платно, других вариантов у него нет. Хотя это все нами оплачено. Нет, но я все-таки не буду настолько резкой, конечно, хотя это ваше особое мнение, и, безусловно, вы имеете право. Я-то все-таки дам небольшое количество времени на то, чтобы подождать, когда закончится ремонт. Может быть, и не 1.5 и не 2 месяца надо будет ждать, быть, меньше. Меньше. Давайте я здесь меньше месяца и 10 дней будете ждать вместо месяца 15. И я ведь не против того, вы видимо, я не смог донести до вас свою мысль. Так? Я ведь не против того, чтобы дать время. Я за то, чтобы дать время после того... Как будто озвучены конкретные цели. Конкретные цели, конкретные цифры, конкретные сроки. И потом, сколько хочешь. Я готов ждать. Я очень надеюсь, что вот там, в здании по соседству, к тому, что вы сейчас говорите, прислушаются, и не мы какие-то раскладки не прислушаются, получим. Потому что то, что я говорю, это персональная ответственность. Персональную ответственность умеют нести только предприниматели. Только предприниматели. И что делать? Что делать? Мы не найдем же каждого, на каждый чиновничий пост мы же не найдем по предпринимателю. Не по предпринимателю, а человека с предпринимательским подходом. Вот этот предпринимательский подход, когда сейчас человек... страшные вещи говорите, Азиз Алиевич, вот наши пожилые слушательницы и слушатели слушают и думают, как это бизнесмена вот туда, да он же... Да не бизнесмена, а человека с подходом с таким, который ориентирован на результат. Вот я хочу, чтобы вот эти пожилые, как вы говорите, ваши слушатели... Когда они болеют, могли реально и быстро, результативно получить эту помощь. Вот чего я хочу. Мы все этого хотим. Мы все этого хотим. И за это тот, кто вдруг не окажет такую помощь, должен нести персональную ответственность. Если не получится это в системе, потому что любые сбои в системе – это вина тех, кто управляет этой системой. Личная и персональная ответственность даже самых высоких начальников. Мне это очень нравится.
Хорошо, еще одна тема, которую мы думала успеем обсудить, но, к сожалению, кажется, уже нет. Да, почему? Хотела про аэропорт вас спросить, но, Азиз Ильич, времени нет совершенно. Я думаю, что еще мы с вами в этом году встретимся и поговорим. Очень мне хочется знать ваш прогноз на тему того, куда мы будем летать в следующем году. Азиз Агаев, директор компании «Бизнес Информ», был у нас в особом мнении. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Всем удачи.